Как вы считаете, можно ли повернуть время вспять и опять стать молодым? Конечно же, все скажут, что нет. Но пока ученые пытаются изобрести эликсир молодости, единственное существо на Земле знает, как быть бессмертным и вечно молодым. Вам интересно узнать, кто никогда не умирает? Тогда смотрите дальше это видео. Микс-шоу представляет. Единственное бессмертное существо на Земле. Знакомьтесь, Туритопсис дорнии, бессмертная медуза. Она обладает диаметром купола всего в 4,5 мм. Собственно, этот вид можно назвать некой разновидностью зоопланктона, с которым и предпочитает мигрировать медуза. Впервые ученые открыли Туритопсис дорнии еще в начале этого века, а несколько лет назад пришли к удивительному выводу – она может жить вечно. Вид зародился в Карибском море, но давным-давно распространился буквально на весь земной шар. Туритопсис дорнии обнаруживали в Средиземном море и у японских берегов. Ученые Смитсовского морского института говорят, полушутя, что эта медуза – начало космического вторжения. В каждой шутке, конечно, есть доля шутки. Второго такого организма на Земле просто не существует. Важно понимать, что речь не идет об абсолютном бессмертии. Уничтожить столь малое существо проще простого. Однако именно этот вид умеет кое-что, чего не может больше повторить никто. Любой другой вид медуз живет до нескольких месяцев. Туритопсис дорнии, попадая в неблагоприятные условия, просто возвращается к самой первой стадии своего развития. В этой стадии у медузы перестают расти купол и щупальца. Вместо них тело Туритопсис дорнии обзаводится отростками, на которых отрастают питающие полипы. Грубо говоря, если Туритопсис дорнии чувствует, что жизнь катится по наклонной, она просто возвращается в свое детство, чтобы попробовать еще разок. Пока еще рано говорить хоть о какой-то пользе, которую может принести нашему виду бессмертие Туритопсис дорнии. Однако ученые Киотского университета уже сейчас пытаются выявить геном, который позволяет медузе возвращаться в первобытное состояние. Если это удастся, то теоретически генной модификации может быть подвергнут и человек. Как вам возвращение в детский садик в качестве выхода из сложных ситуаций? А вы бы хотели быть бессмертным? Грубо говоря, если Туритопсис дорнии чувствует, что жизнь катится по наклонной, она просто возвращается в свое детство, чтобы попробовать еще разок. Твою мать, вот бы мне так, а! Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.